Короче, иду по улице, Димас подбегает, просто не здоровается. Как мне нахуй спыра уебал? У меня аж зуб вылетел. Он зуб подбирает нахуй и убегает. И себе вставляет. Я ебу куча сделал. Ну конечно. Я еще охуел. Еще он что-то крикнул напоследок, око за око или зуб за зуб, что-то я не понял, блядь. Подожди, там будет что-то противное? Да. Что-то страшное? Да. И живое. Черви? Не знаю, не Чел, ты не мог ничего кроме червей придумать? А хуяку можно раз засунуть? То там две можно. Так, смотрите. Возможно, будет живое, противное, всякое разное, может быть. Склизкое. Вот здесь. Возможно. Давай так. А сколько будет позиций и сколько из них живых? Ну, если... ну я не буду говорить, сколько живых. Не, ну с другой стороны, что он? Он крокодила бы не затащил же, правильно? Ну, крокодила, да. Ну. Но рыбу тухленькую, да? Фу. Я тебе просто сразу говорю, что если, допустим, ты случайно, ну, если ты там насекомые, то тебя просто они тут все... Я вот так вот переверну, они все там будут спугаться, поэтому мне не надо водить насекомых. Бля, я думал по этому поводу. Вот мне не надо насекомых. Бля. Я тебе сразу говорю, я вот так вот, сразу. Не знаю, я не боюсь. Я боюсь. Я всего боюсь, мне кажется. Теперь я боюсь, то, что вы перевернетесь и все. Хотя хуй знает, вот это разминочка или нет. Ну чё? И в этом все вкус памят. Да, можешь уже. Так, аккуратно, не переверни ничего. Это очень важно. Им все видно. Ты главное не переверни. Это пиздец будет сразу. Подожди. Тихо, это живой. Можем? Ну, нет, ну, я не знаю. А мои руки, да нет. Видите? Видите мои руки? Да, они видят твои руки. Так, подожди. А я потом отмою это все. Да, салфетка есть. А почему, у тебя маникюр какой-то, да, поди? Нет. Нет? А чё там, какашки? Ох ты, ёлки-палки, блин. Подожди. А если мне щелкнет, это мышиная вот эта вот... Нет. Что, мышей ловит? Бля, нихуя тут ёбнуло. Подожди, блядь. Они разбегаются, нахуй. Они разбегаются. Кто они? Ты ёбнула по тарелке. Ты зачем палишь? Ну, я испугался, потому что... Кто разбегается? Не. Блядь, а закрыть бы чем-нибудь? Ой, блядь. Ты увидела что-то? Нет. Честно? Ну, еду какую-то увидела. Ладно. Не-не-не, это 100%, это понятно. Блядь, ладно. Там живые! Ну, блядь, ну там живые. Аккуратно, вот. Блядь, мне самое страшное, что ты перевернешь нафиг. А ты сам трогал? Да, конечно. Трогал спокойно? Семочки! Тихо, не ори только. Ну да, да, да. Семочки. Да. Ой, господи, я испугалась. Ничего не рассыпалось. Нет, я чуть-чуть рассыпала, ну ладно. Вот. Ну так это по тарелке ёбнуло, они чуть-чуть разбежались. Только не... Ой, а ты можешь подсматривать? Не подсматривай, Катя. Ты руку засунулась, там не живое что-то? Возможно. Но я не буду говорить. Почему ужасно? Ну, как тебе сказать? Главное, не переверни ничего, иначе пиздец будет. Вот главное не переверни. И не смотри специально. А что не переверни? Ну, Аня уже ёбнула разок. Они разбежались. Чё ты ёшь? Не, серьезно говорю. Кто разбежались? Вот так вот. Ну, только... Давай. Саш! Чё? Не, на полу сейчас ничего нету. Разбежались внутри клетки. Кто там разбежался? Ай, да, там жесть, Кать, ну и... А подожди, ты там дверь закрыла у Владоса? Нет. Так, чтобы он это... Я боюсь. Скажи, там нет насекомых? Если нет насекомых, то норм. Ну, это живое. Ну, ладно, нет насекомых. Ну, господи, я не верю, что там живое. Ну, все хорошо, это отлично. Я не верю, что там живое. Ну, если там не живое, то все легко. Потому что если там живое, то вы бы говорите, что там живое, но там 100% не живое. Неприятно. Только не переверни. Минус 2. Да, а почему? Это очень важно, не переверну. Да просто да не держи, переверни. А вдруг я переверну, пожалуйста. Вот хотя бы так сверху. Блять.
Только сюда хоп-хоп, и оно все переворачивается. Да я не могу снизу держать, там люди бегают. Давай. Хорошо. Ну вот, я держу, допустим. Я все, я сую, мне пофиг. Нет, сверху точно никого нет. Вот сверху нет. Ну, нет. Да, ты можешь спокойно засунуть. Да. Это 100%. В смысле спокойно засунуть? Ну спокойно, нет, ты можешь сунуть руки спокойно, они до тебя не добегут. Кто они? Ну это очень важно не рассыпать. А почему? Это опарыши. Я тоже так думала, кстати. Ну давай, давай, давай. Кузнечики, не, не кузнечики, опарыши. Давай, давай, давай. Нет, это опарыши. Ну тут открытое пространство, видишь, никто не убегает, значит не бегают. Ну пока что, у меня уже пошло на... Ну это потому что в тарелочке. Ну там тарелочка реально. Ты можешь по звукам, по звукам, по звукам. Тихо. Ты что трогаешь? Я ничего не трогаю. Да кто ты щешься? Тихо. Тихо. Фу! Там кто-то шевелится! Саш! Я тебя ненавижу! Я сонара позову, блин! Там реально опарыши! Ну давай, ну там муравьи! Не знаю! Они сегодня по мне поползут! Ох, по мне поползут! Нет. А, не, по тебе кто-то ползал? Нет. Смотри, даже руки не мыла, все в порядке. Но она даже не касалась, чтобы отгадать. Не, коснулась. А, коснулась? Конечно. А как ты отгадала тогда? Не, не, она коснулась, она сказала. Ну, ты понимаешь, сколько предметов всего будет? Если нет, так бояться сколько? Фу, фу, фу! Фу, 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 там тараканы! Там я угадала, там тараканы. Все уже ждать не могут. Нет, точно. Там тараканы. Нет, не тараканы. Я боюсь. Ну ты дотронешься и сразу поймешь. То есть, ну это не тараканы. Я боюсь. Не бойся, не бойся. Почему не бойся? Я не могу, чат. Сейчас, подождите, пожалуйста. Я реально боюсь. Биг стрим запустил. Со мной же ничего не будет, да, если я потрогаю их? Нет. Нет, нет, нет. Ни с кем еще ничего не было. 100% не. От этого ну, вообще нереально, чтобы что-то было. Привет, Хэнк. Ниже. Ниже, гораздо ниже. Ну это прям вот в самый низ надо почти. Не, не, еще далеко очень для них. Ну я так скажу, этого очень много. Прям ну, безумное количество. Жук? Кажется, мне на волосах жук. Катя после этого стрима меня в ЧС кидает просто и все. Да вы же не заползут. Ниже, нет. Точно, нет. Он уже дерется. Ниже, ниже. Ну давай, давай, ниже. Давай, давай. Ну уже реально заселили. Не бойся вообще. Сейчас, у меня ладошки вспотели. Простите, чат, я не могу, но я правда боюсь. Ну что я могу сделать? Я сразу сказала, что я боюсь живых. Почему вам так смешно? Тварь, блин. Ну, в теории там может быть что-то живое, но уже мертвое. Еще ниже. Еще ниже. Еще. Давай я твою руку возьму. Прям разочек вот так вот, чуть-чуть. Не-не-не-не-не, не надо, не надо, не надо, не надо, серьезно. Потом по квартире все искать. Ну почти, прям очень близко. Ай-яй-яй-яй-яй! Прям очень близко. Прям очень-очень близко. Да сколько там, сколько? Ну, сантиметров 10. 10? Не-не, ну вниз. А, ну 3 сантиметра. Ну 5. 5 сантиметров, еще. Еще. Не, может смело пока что. Очень смело. Не могу. Ну вот как на это решиться? Вот что-то мне нужно подумать, чтобы я не боялась этого. Семечки. А можно поесть чуть-чуть? Да, норм. Да, да. Они чистые? Вода услышан. Ой, соленый. Соленое то, что руками чистил?
Я ничего. Ты думаешь, я это все чистил, что ли, делать нечего? Я сразу чищенный купил. Я только не посмотрю в эти дырки. Какой? Не, куда смотреть? Не-не, все, проходи. Я могу смотреть. Главное, да, главное не смотри туда. Владик, аккуратней. Да не, блядь, аккуратней. Я серьезно говорю, очень аккуратно. И главное не рассыпать вот эту хуету всю. Разбежится нахуй. Хорошо. Не надо, блядь, пиздец, они сейчас убегут нахуй. Чего, смелый сам? Чего, что это? Да, давай, теперь тебя это ждёт. Слушай, не переворачивайся, это очень важно. Теперь тебя этот цирк ждёт. Я, мне было очень тяжело. Семечки? Нет, да как это возможно? Громко было? Нет, просто я по запаху чуть понял и еще по... Как ты по запаху понял? Да, я ем пахнет часть семечка. Это я их ем. Придут вам пишут. Ладно. Но они пишут все фу, ебануто фу пишут. Это единственное, что могу сказать. Типа, ну, салфетки, если что, вот. Чё это такое? Ну, давай. Боё? Какашечка какая-то. Ну только не ори ответ. Это Сникерс. Почти потерял срок. Блядь. Они все подумали. Я чуть-чуть маленько напрягся. Чуть-чуть. Так, ну я скажу так, это вот практически самое легкое было. Самое легкое? Да. Только в дырку не смотреть. Влад, ну как? Это пиздец. Ну Влад. Ну он напрягся, честно сказать. Он когда это сделал, он напрягся. Это вот 100%. А это во всю коробку? Нет. Там мало чего во всю коробку будет. Ну Влад. Давай, суй. Ну Влад, рыба. Ай, ну не нюхай ты, чё? Ты что, нюхаешь? Не читай чат. Не, они там даже тебе не писали почти. Ну это рыба. Это сырок. Ага. Ну ладно, да. Чего ты? А ну быстрее, чем... Ты смотрела стрим? Нет. Откуда ты знаешь? А быстрее, чем Владос. Я взяла его в руки. Так? Центр? Угу. В центре. Это просто. Тарелка. Как и везде будет. В смысле, везде тарелка будет? Ну, не почти. Где-то глубокая специально, где-то нет. Ой, я же затронулась уже? Да, как я уже тронулась? Катя, не трогай. Ой. Батончик. Ну, сырок. Да. Реально? Да. Ну это самое легкое было. Вот, блин, я специально сейчас второй раз. Александровский. Я, кстати, не знаю, вот этот подарочный. Вкусный, вкусный Александровский. Я возьму посмотреть. Да, конечно. Ну, второй раз уже не так страшно, если честно. Я понял. Нормально, че? Блять, нахуй ты сейчас эту хуйню положила, она, блядь, перевернется. Шкаф закрыт, если что. Ой, извините. Все нормально, сори. Оно облизнуло тебя, да? Нет, никто не облизывал, там просто что-то острое было. Опять, что это такое, там что острое? Что там такое? Мешает мне что-то или это что-то уже? Ну, наверное, это уже что-то. Далеко еще? Ну, да, достаточно далеко. Далеко. Близко. Уже было близко последнее. Вот это очень близко, почти. Вот это оно? Угу. Только не кричи ответ.
могу. А, я поняла, что это. Да? Да. Да если ты слышишь, как я кричала. Жестче всего? Да. А живое? Не могу сказать. Сейчас я запущу и вернусь к тебе. Ну-ка. О боже. Ну, можешь постоять, но только не подсматривай. Только главное не резко. И тоже, она раза три чуть не перевернула нахер все. А она во всю коробку? Ну, относительно. Аккуратно. Ну, воняет. Чем, воняет реально? Да. Я ничего не чувствую. Только не кричи от меня. Что это? Боже мой, что это? Ой. Ты так уверенно какашки берешь, я в шоке. Да. Какие-то какашки, чисто там с руками. Вообще, на дерьмо, блядь, просто вот так начинает брать. Вот так вот лежать знаешь? Ну, кстати, пельмени сразу. Да нормально. Они так это, ну прям как будто по форме, да, понятно? Да. Все оставили, короче, за без обеда. Чё так уверен-то? Да ты козёл! Короче, он первый остаётся. Вот сейчас, чтобы он резко... Орехи такие вкусные, да, сладость? Нет. Пельмени! Да. У двоистине написано фир. Козёл! У него страх. Это уже не тарелка. А слушай, я какие-то звуки слышал. Или мне показалось? Показалось. Блядь! Чувак, я не видел, что там. Мы еще играем или нет? Я не видел. А есть ли смысл? Можно посмотреть? Ну подожди. Я еще не видел, что случилось. Ну отвернись тогда. Блять, надо крышку ставить нахуй. Крышку? Да, потому что убегает. Вот сейчас этот предмет, или не предмет, может находиться вообще везде. Ну он реально везде. Чайбанутый. Ну ты, ну ладно. Нету. Это есть. Пустота. Нет, есть, 100%. Ну, если бы сказал, была пустота, я бы сказал, да, ты угадал. Я серьезно говорю. Серьезно. Есть. Я тебе клянусь. Только не ори ответ. Долбоёб, блядь, еще перекрестился. Да ты, сука, куда ты его... Да иди в жопу. Что там, блядь? Ты говно ебаное. Блять, ну все, теперь в другой стороне уже. Подожди. Теперь в другой стороне. Оно бегает? Не знаю. Тихо. Другой в левой, значит, вот тут, да? Только не ори ответ. Ты не ори. Это не живое. Я понял. А ты не понял, что ты сначала уронил вообще по звуку? Не понял. Ань, давай суй. Кто убежит? Ну, сейчас с крышкой. Суй. А кусается? Ну, навряд ли. А, почему крышка-то, а? Давай, Ань, это может вообще, это именно внизу, но оно может вообще в любой точке быть. А может быть даже понравится тебе. Опарыша. Не, ты чё? А надо еще искать! Да, искать надо. Это прям единственный экземпляр. Влад, ну вот тут, ты сюда смотришь. А! Да, тут. Это мышонок. Тихо, не кричи только ответ. Не кричи ответ. Блядь. Ты узнал! Влад, а чё ты так долго делал тут с этой штукой? Он, короче, полностью перевернул ящик, там все выпало нафиг. Не, реально, чё за прикол? То что-то жёсткое?
Вы спокойно уже сидите. Там что-то с фокусом или что? Нет, это про пленку, короче, про крышку говорят. Ну смотри, я надел крышку. А я сейчас этим трогала, да, рукой, и сейчас ем. Ну давай, ну это может быть в любой зоне этого, коробки. Аккуратно. Абсолютно в любой. Он сейчас пока на месте стоит. Да. Сейчас да, что за хрень? Серьезно, сейчас пока на месте. У него пиздец был полный. Убегал он? Его я не знаю почему. А не кусается? Нет. Ниже и чуть левее. Здесь? Нет. Правой рукой, во, вот так, так. Вот прям четко. Только не бей. Не бей. А почему не бей? Потому что. Можно потихоньку вот так. Потихонечку. Может агрессировать важно. Че ты блёшь? Сейчас мне нога зачесалась, подождите. Да бля! Ниже. Да что ж такое, сколько там? Я держу коробку. Ниже. Намного ниже. Ниже. Ну это прям к полу практически. Ниже! Еще ниже? Да, насколько она там маленькая? Можно прям вот так вот? Да! Нет, ебани! Не надо ебануть, пожалуйста, коробку сломайте, не только. Оп. Вы что, прикалываетесь? Что это? Уехала. Поэтому, например... Говори, что это. Я надеюсь, это не использовала никто? Нет. Да нет, ты серьезно? Да ладно, а что, твоя что ли, линза? Кляпан. У него, кстати, не одна такая. Я буду вымыть руки, ладно? Да пожалуйста, но я не пользовался ни разу в жизни этим. А кто пользовался?